Когда и играют и жестами, и говорят, и это делают разные люди. Это незабываемое ощущение. Я бы ходила бы и ходила бы еще раз на этот мюзикл. Мне кажется, это может многому научить, потому что это помогает преодолевать трудности. Обязательно может. Я думаю, научила даже не только деток, но и взрослых. Во-первых, верить, всегда верить, никогда не сомневаться. Знать, что обязательно все мечты исполнятся, и нужно верить только в самое хорошее. И надеяться, конечно же, тоже всегда только на лучшее. Безусловно, здесь есть чему поучиться. В наше быстротечное время заставляет задуматься о ценности как раз этого самого времени, которого катастрофически не хватает, а тем более в ситуацию, в которую мы попадаем, это жизнь. Можно сказать, подростка, мальчика, у которого все еще теоретически впереди, но вот врачи ему поставили диагноз, что у него все скоро закончится. И тем не менее он пытается прожить жизнь насыщенную, яркую.